Мы строим государство. Мы нужны. А потому лицемерием было бы отказывать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти. Вы изумительны. Вы как болезнь. Мне все время хочется вас украсть. Будьте моей, Лариса. Полно вам. Нет глубины чувств. Не хватает переживаний. Ее стихи похожи на нее саму. Такие же холодные и пустые. У вас красивые, ясные, честные глаза. Сильный и изящный ум. Но с каким-то странным провалом посередине. Желание потрясать людские души вас сильнее, чем желание самой жизни. Отпустите меня на фронт! Я больше не могу заниматься этими бумажками. Она увела у меня Гумилева. Куда-то торопишься? Ну что? Кто еще хочет отведать комиссарского тела? В бою вы показали себя отлично. Профессионально, не более. И потом в присутствии дамы. Эх, есть снежинка для анархизма. А вы смогли бы сохранить искусство пролетариата? Если указанный пролетариат сумеет создать второго Лермонтова или второго Толстого... А знаете что? Ничего второго нам не надо. У нас будут первые свои. Эх. Вот это баба! Закончилась бы поскорее вся эта суета. Женился бы на такой. В бой! Ура! Сложно тебе? Ты боишься? Я не знаю, как мне быть. Тебе одной признаюсь, что люблю. И ничего не стыдно. И ты скажи, что любишь. Была бы я в Москве. Я бы этого не допустил. Вы так грустны. Позволите? Я на баррикады хочу. На настоящие баррикады.
I want you to stay.